последнее время в Петербурге появилась новая тенденция. Утром в секретных местах встречаются одетые по последнему слову моды молодые люди. В большинстве своем это коренные жители города, представители творческих профессий, а также рабочие мигранты. Они меняются друг с другом одеждой, затем расходятся каждый по своим делам. С каждым днем этих людей становится все больше и больше. Изначально эта идея возникла в ответ на угрозу националистических нападений, откровенный расизм и коррумпированность сотрудников милиции, проверяющих документы по 10 раз на дню, вымогая взятки, зачастую плохо знающих свои права мигрантов. Ребята переодеваются, чтобы смешать визуальные коды, по которым можно легко делить на русских и нерусских, местных и приезжих, рабочих и интеллигенцию. Представители того, что теперь стало принято называть креативным классом, облачаясь в рабочие робы, заявляют об отказе формулировать свою идентичность через употребление, а также о своем намерении производить культуру бесклассового и расового разделения, пытаясь преодолеть противопоставление творчества и физического труда. Это что-то вроде негласного заговора рабочих мигрантов и дизайнеров, художников, рекламщиков, всех тех, кто производит визуальную культуру, моды, лейблы, бренды, все эти декорации нашей реальности, против системы выстраивания всего этого антуража. Дизайн – это мощный инструмент маркирования и разделения. Те, кто его производит, моделируя форму зданий, вещей, одежды, решили похитить и использовать сообща с теми, кто занят материальным воплощением всех этих проектов. Переодевания начались в одном из районов Петербурга, но быстро распространяются по всему городу. Если в вашем районе такой группы еще нет, то никто не мешает вам создать ее самим.
большое спасибо за участие. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Большое спасибо за участие. Спасибо. Спасибо. Илья, спасибо. Это был перформанс «Заговор». Спасибо. Надо помочь.